это было как-то неожиданно. То есть я рад, что мне тренера доверили такой матч в Суперлиге, то есть в регулярке поиграть. Я надеюсь, что я их не расстрою. Мне понравились первые две партии. Я стараюсь в игре искать какие-то свои лучшие моменты. Вот. Ну и про ошибки свои тоже не забывать. Традиционно домашняя команда всегда в своем зале сильно подает. Безусловно, мы ждали от Белгорода сложной подачи. В каких-то моментах справлялись, в каких-то партиях проваливались. В атаку провалили 27%. В атаке с такими командами не выигрывать с таким процентом. Благодаря нашей уверенности, что мы набрали ход, с азартом играли, не думали об ошибках его. Поэтому мы хорошо сыграли вторую партию. Интересная команда, новая. Хочется поблагодарить ее за борьбу. Тренировки это тренировками, но, как вы видите, на играх все выглядит все гораздо по-другому. У нас пропала подача, из-за этого вот команда Новокубрьевска с хорошим приемом, хорошо играли в атаке. Вот, мы заменили диагонально, стало поменьше ошибок. Где-то нам улыбнулась фортуна, мы выиграли несколько тяжелых мячей. Была возможность перейти в пятую партию, к сожалению, не случилось. Да, я думаю, это была ключевая замена Новокубышевска. Она сработала. Хочу поздравить его с возвращением после травмы. Вернулся, дал глоток воздуха команде. Справились. Сложный момент достали и взяли партию. Это для нас гораздо важнее. Четвертая партия прошла уже менее сконцентрированно с моей стороны. Вот, то есть, ну, буду работать. То есть, это опыт, мне кажется. Ну, во-первых, серийные ошибки на подаче. Глупо давать сопернику такие шансы делать такие подарки. Плюс, ну, не нашлось человека, который забьет единственный мяч, который отделял нас от пятой карты. Неплохой в плане эмоциональном матч. Опять же, начиная, наверное, с третьего сета. Надеюсь, нам этот матч и своего рода будет уроком в плане эмоциональном, как можно играть и как нужно играть. Концовочку провалили. Некомфортная, неудобная для нас, наверное, расстановка. Значит, будем больше работать, у меня больше слов нету. В четвертой партии даже вот сам не могу понять, как так дошло то, что мы проигрывали, вроде вели, хорошо играли, но, наверное, тоже вот из-за подачи, то, что много не подали, какая-то была неуверенность, хотя непонятно, почему на ровном месте, но хорошо, что вовремя смогли догнать, тоже большого стоит.